3 апреля, карантин. Мы видим, как пенсионерки, которым явно за 65 лет, нарушают режим самоизоляции, не соблюдают дистанцию, во главе, кстати, с домоуправшей, которая должна следить за порядком. Я считаю, что таких нужно наказывать, потому что это ни в какие рамки не лезет. Подвергают себя опасности и подъезд, которые могут заразить, также, возможно, двор.